Хотела сказать, как легко поднять себе цену. Нет, девчонки, как легко поднять себе настроение. Вот смотрите, какой джемперочек я вам предлагаю. Это вискоза, 90% вискозы. Это набивной шелк, 10% эластана. Это вещичка большого размера. У нее шикарный рукавчик. У нее вот здесь идет вот такая шикарная плащевочка с кармашками. Посерединке у нас идет темная дорожечка. И смотрите, какое шикарное качество трикотажа. Какой шикарный рисуночек, елочка. Очень здорово-здорово убирает полноту. Прекрасная горловиночка. Вот сюда я вам показываю такое украшение. Возможно, сегодня последний день, потому что оно в отложке. У меня вчера девочка приходила и очень-очень восхищалась. И сказала там, ну, в общем, сегодня зайдет и не за одним этим украшением. Вот такое еще, пожалуйста, прекрасное украшение. Дырки оно не делает. Оно на магнитике, держится очень-очень крепко. Вот такой прекрасный шарф. Шарф этот, это немцы. Качество к лицу надо всегда надевать очень-очень хорошее. И желательно, девчонки, рисуночек. Мы любим цветы. Цветы – это жизнь, это красота, это природа. И вот такая прекрасная юбочка. Значит, вот этот джемперочек – это стиль Бохо. Это Турция, это фабричная Турция, это качественная Турция. Это привозила я сама. Торговый центр «Курс», «Ангел Ин Сити», второй этаж. Мы предлагаем лучшее. Девчонки, модно, стильно, красиво, оригинально. И вот под этот вариантик мы с вами наденем светлые туфельки или полусапожечки, или полуботиночки, но не черные. Или если черные, то, пожалуйста, вот с таким шикарным, с такой шикарной вставочкой. И здесь уже у нас будет работать украшение. Или вот такой прекрасный шарфик. Все, жду, спасибо.